Как глупо я попался. Купился на заверение в дружбе, на дурацкую присказку о мушкетерах. Ничего, мы еще поквитаемся. Интересно, зачем Павел заманил меня в ловушку? Всем привет, дорогие подписчики и зрители канала, с вами снова Зарбаба, мы продолжаем проходить игру Metro Last Light Redux. Пошел! Отставить! Это у нас так, перегибы на местах, не обращай внимания. Мне тебя сюда надо было доставить, и ты теперь под арестом. Но с другой стороны, все может обернуться очень для тебя хорошо. Сволочь ты, Пашка. Здравия желаю. Здравия желаю. Вольно. Вижу, жизнь бьет ключом. Так точно. Товарищ Москвин проводит смотр. Опа, сам генсек. Товарищ Корбут тоже здесь? Так точно. Товарищ генерал тоже прибыл. Ну, повезло. Как все закрутилось. Слушай, Артем, ты парень умный. Должен понимать, случайностей не бывает. Ты здесь неспроста. Пошел. Ты много знаешь. И я советую тебе не темнить. И я тебе помогу. Мы ведь с тобой кто? Мушкетеры. Один за всех и все за одного. А вот у товарища из ордена девиз другой. Все для нас. Этот ваш бункер, кому он достанется, тому и жить. Это последняя война будет, Артем. И мы к ней готовимся. У нас сила. Сила у вас. Товарищ Морозов? Рад. Рад. Я думал, вы пропали. Смерти храбрых. Был в плену, Числав Андреевич. Вот, рейнджер спас. Какое совпадение. Лесницкий, вы же тоже... Рейнджер. Его знаете? Так точно. Это Артем. Доверенное лицо Мельника. Они вместе нашли Д-6, и потом он отличился. Во многих операциях. Ну что ж, рад знакомству, товарищ Артем. Думаю, нам есть что предложить друг другу. Не, а нету. Доставьте товарища в переговорную. Жесть. А чё ж ваш Лесницкий вам не помогает? Он же знает, как пробраться Д-6. Давайте-ка, молодой человек, пропустим обмен любезностями и сразу перейдем к делу, а? Известные вам мутанты-телепаты «Черные» представляют огромный научный интерес. Вы расскажете все, что знаете о них. За это обещаю вам жизнь и работу в вашем же ордене, но на меня. Будем как мушкетеры. Один за всех и все за... Генеральный секретарь ЦК КПМ, товарищ Москвин. Числав. Разговор к тебе. А это у нас что? Очередной враг революции. Хм. Отлично. Как вы верно отмечали, Лёне давно пора учиться работе с людьми. Вообще-то мы собирались... Отставить все эти ваши сыворотки правды, хитрые машинки, пустая трата времени. Дайте-ка я тряхну стариной. Ну давай, старик, тряхни. Ну, гнида, говори. Давай, выкладывай все, что знаешь про Д-6. На! Молчишь? Говори, гнида, пока я тебе яйца не отрезал. Все ваши явки, ставки, пароли и всю прочую лабудень. Папа, зачем ты его так? Это называется допрос, Леня. Допрос. Обычное дело. Что? Когда ты играешь в куклы, такого не делаешь? Нет! Сучоныш! Власти без крови не бывает! Бывает!
Твой брат правил без крови, и его до сих пор любят. Стоять! А ты, Стоять, я сказал! Вы делайте, что хотите, но вытянуть из него все и пулю в затылок без этих соплей. Потом ко мне. Есть разговор. Вернись! Леонид был прав. Зачем? Похоже, наши отношения безнадежно испорчены. Но тут на помощь приходит наука. Одна инъекция, и вы все скажете. Сомневаюсь что-то. Попали детишки. Нифига, черный спас. Вот этот поворот. Отправляйся на Венецию с группой. Расплатишься там с местными. Реши их вопрос окончательно. Понимаешь, о чем я? Так точно. А с черным что делать? Да, черного обнаружили. Подробности в конверте. После Венеции сразу за ним и рекомендую больше меня не подводить. Не подведу, товарищ генерал. Не подведу. Черного нашли. Отлично. Пошли они все в задницу. И папаша, и Корбут, и Морозов, и революция, и мое большое будущее. Я так не хочу. Я все равно так не смогу. Пускай расстреляют, чем как папаша, родного брата. А вы там, если выберетесь, ну, живите. Блин, спасибо. Вот, давайте сюда. Там свобода. Уж я-то знаю. Я по этим трубам от отца все детство прятался. Да? Круто. А тут есть что-нибудь полезное еще? Давай я просто немножко тут похожу пару минут. Ну что-то я тут ничего полезного не вижу. Ладно. Полез. Спасибо. Ну, удачи. И тебе не хворать. Спас парняга. Осталось еще тайком выбраться. И будет вообще все замечательно. Садись, числа, говорить будем. Про переговоры в полисе? А, значит, уже в курсе. Я все-таки глава разведки. Глава, а информацию упустил. Проклятые беженцы. И полис, и Ганза, и даже нацисты чертовы уже все знают. Крыс мы переловим, а война все равно неизбежна. Неизбежна? Знаешь, и я... И политбюро сомневаемся. Сомнение – признак страха. Да как ты смеешь? Ты председатель госбезопасности и подчиняешься мне! Да, да. Но когда мы в шаге от окончательной победы революции, вы не имеете права нарушать план. Я не имею права? Я... Вы ведь всегда прислушивались к моим советам. Как, например, быть с вашим братом? И после его безвременной кончины, генсек, вы. Теперь я снова даю совет. И лучше вам будет снова прислушаться. Ты не посмеешь. Знаете, товарищ Москвин, либо мы с вами одна команда, либо каждый сам за себя. Но, Чеслав... Да стоит вообще это чертово метро, всей кровище, которую мы прольем. У меня есть способ сделать все бескровно. Ну, хорошо. Хорошо. Действуй. Политбюро я беру на себя. Чеслав. Чеславный человек.
Допрыгаешься еще. Козел такой, блин. Да, он еще допрыгается. Лобовой удар не имеет шансов. Вот если с поверхности, через церковь, потом катакомбы, зайти в спину, тогда, возможно, с основного направления и не встретит сопротивление. Потом зачистка. Смирно, товарищ генерал! Бойцы, на вас возложена ответственная задача. Вы знаете ровно столько, сколько должны знать. Вы должны помнить две вещи. Первое. От вашего успеха зависит победа. Второе. Операция засекречена. В плен вы сдаваться права не имеете. Вопросы есть? Можно ли нарушить радиомолчание после захвата объектов? Только в крайнем случае, только на кодированной частоте. В случае контратаки противника, объекты удерживать или отходить? Удерживать. Активное противодействие не предполагается. Товарищ генерал, вы приказали убрать все знаки отличия, но потом нам выдали флаги. После победы и получения сигнала поднимите флаги над захваченными объектами. Еще вопросы есть? Никак нет, товарищ генерал. Ну... Удачи, орлы! Служу красной линии! Так, четверо бойцов. Красный, коричневый, оранжевый, зеленый. Почти как светофор. Наверное, где-нибудь их там встреча по пути. Надо будет их вырубить. Вот теперь я нахожусь в настоящих паучьих катакомбах. И генеральный секретарь Москвин до уровня главного паука не дотягивает, явно уступая генералу Корбуту. Знать бы, что он задумал. Что доставил ему Лесницкий из Д-6? Что должно уничтожить врагов революции? Пока сплошные вопросы. Ясно одно. Информация о черном у Павла. Теперь он моя цель. О как! Как ты собираешься действовать без оружия? Опять будем стелсить. Да. Неплохая броня. Так, хорошо. Дуплет есть. И пистолет мой есть, отлично. Хорошо. Так, что еще? Это ты не берешь? А, у тебя по полной. Отличненько, поменяли. Что еще? Фильтра. Самое то. Так, в шкафчике что? Не вижу смысла менять. У меня самое лучшее. Блин, закрыто. И тут закрыто. Так, ну неплохо. На картонах пойду. А я пока за углом постою. Что, штанишки наделал? Смотри, как настоящий мужик это сделает. Ну, мужик, чё руки-то дрожат? Ё-моё. Главное, чтоб всё другое не дрожало. Так, главное, не могу выкрутить эти лампочки, а. Красный провод. Красный провод. Давай. Да не торопи ты. Ну, долго ещё? Сейчас. Очкуешь? Отстань, дай подумать. Ладно, ты тут еще 100 лет телиться будешь. Пойду прогуляюсь пока. Так. Может быть, его вырубить?
Так, отличненько. Снова стелсим, друзья. Снова, блин, стелсим. Так, а наверх я смогу забраться? Там, может, что-нибудь есть полезное? Так, у меня что стоит? Ножики. Мне просто интересно, я туда допрыгну? Допрыгнул. Только толку. Ага. Угу. Какой-то новый пистолет. Не знаю, есть смысл его брать. Здесь есть сейф, но я не находил ключика. Может быть, как раз он где-нибудь внизу. А-а-а. Кто идет, да? Блин, ну его лучше, конечно, убить. Вроде же кто-то тут где-то. Ну вот точно. Кто-то тут шевелился. Пришлось его грохнуть. Пойдет. Это потушим. Блин, серьезно? Придется лезть наверх. Все-таки там сейф. Крысы. Крысы и крысы. Ага. Серьезно? А где мой ножик упал? Так, ладно, здесь, в принципе, нормально. Можно уже и побегать. Ну и записка есть. Одно теперь ясно на 100%. Красная линия готовится к войне. Не делая громких заявлений и, в отличие от Рейха, без истерик. Красные планомерно собирают самую сильную армию из всех, которые когда-либо существовали в метро. И тишина, в которой происходят эти методичные приготовления, кажется мне куда более угрожающей, чем громкоголосые речи брызжущего слюной фюрера. Блин, еще целых 3 заметки, нифига себе. Так, ладно, я пошел вернусь сейчас к сейфу. Все-таки не зря столько усилий. Надо было, конечно, получается, этого грохнуть. Чувачка. Без убийства, да? Ё-моё, промазал. А вот таким темпом пришлось его убить. Тридцать пулек и больше ничего. Хорошо. Класс. Это что тут за балаган? Кто объект патрулировать будет? Я? Ну-ка все быстро по маршрутам. Есть! Иван, стой! Ты с крысами разобрался? Я приказывал сжечь, без разговоров. Сжечь? Товарищ командир, мы же не фашисты какие, людей живьем сжечь. Пулю в затылок, это еще куда ни шло. Какие люди, какие пули? Что ты мелешь? Ну, вы же про беженцев? Какие еще беженцы? Ими пусть особисты занимаются. Я тебе про обычных крыс, с хвостами. Развелось тут. А? В общем, иди выполняй. Бегом! Пойдет. Один лежит. Там танк какой-то готовит, блин. На рельсах. Ах вы, под...
подлюки. Ну да! Нет, товарищ командир. Прапорщик сказал, что без вашего личного присутствия ничего не подпишет и не выдаст. Оставь бумажки. Скажи, что если... Сколько их тут еще? Оба в карцере песни петь будете. Раз, два. Три, блин. Четыре. Четыре — это, конечно, круто. Вон те фонари, интересно, где вырубаются. А может быть, мне запрыгнуть? Да мне кажется, я не смогу запрыгнуть туда. Там примерно такое же расстояние, да? Ну да. Запрыгнуть не смогу, это явно. И по-тихому здесь не получится убрать и пройти. Не, ну так-то я вроде в тени нахожусь. Может быть, здесь есть обходной путь? Есть. Обходной путь — это хорошо. Но там есть лампочка, блин. Подключить людей к работам. Вот так так. А что случилось, Андрей? Обрал случился, рук не хватает. Вот нами дыру и затыкают. Понятно. Ну а раз понятно, пойди определи тем двум бездельникам фронт работ. Есть. И себе тоже потом занятия найди. Можно верхом, получается, пойти, да? Хорошая идея. Так, мужики, припахали таки нас. Ищем себе дело. Ну, я тогда пойду там перетащу чего для виду. Я тоже поковыряюсь. Перетащу. Там по натуральней, чтобы втыка потом не было. Лады. Надо будет их потом носом. Так, 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 тихо, тихо. Так, парень, тебя может как-нибудь вырубить? Или тебя уж тут не трогать? О, ну и порта. Тихо. Красавцы прям такие лежат. Молодцы. Попа кверху. Попа дышит. Нет, тут их, конечно, многовато. Пойду-ка я лучше верхом. Внимание, персонал! Чего это они там? Да чего, чего? Как обычно, небось. Телегу бы сейчас задвинули от начальника за технику безопасности. А то мы там не расписывались за ту технику. Ну расписывались, а толку? На той неделе придавило же одного крана. Не, ему глаз стропой шибануло. Это в том месяце, а это на той неделе. Да, понятно, что они. Блин. Безопасность, за безопасность. Ну а я что? Если все подбьются, кому пахать? Да. Починили бы матюгальник этот, что ли? А то что-то боязно. Блин, я боюсь, что если я буду стрелять, то меня его просто запалят. Либо ножик кидать. Да. Ножик самое то. А вот если был бы выстрел, то сразу бы запалили бы. Чувак сюда прется. Ну это, в принципе, не так страшно. Его можно будет вырубить, да и все. Часы вроде показывают, что я в темноте нахожусь. Чувак дальше не собирается идти. Да, чувак? Да, красавчик. Ах, так. Есть тут проход, получается, да?
Блин, а я, наверное, не достану до ножика. Нет, красавец, достал. Один сидит, другой ходит. Я, может, кстати, там какую-нибудь заметку потерял. Но это уже пофигу. Есть проход сюда. Есть проход туда. Так, ножиком что, получится закинуть? Неплохо. Чё упало? Что-то упало. Так, можно сюда зайти, но пока я заходить не буду. Я сейчас попробую здесь походить, пособирать что-нибудь полезное. Что за хрень, понял? Подумаешь, лампочка разбилась. Все же видно. Сквозняк все же послышал. Сквозняк. Крутые вы, ребята, крутые. Блин, а этого, походу, придется убивать. Да. Э? Что это было? Развелось. Да. По-тихому не получилось. Ну и ладно. Просто мне интересно, я вообще что-нибудь тут полезно найду, или все это зазря было? Если зазря, то жалко людей. Ну, походу, зазря. Карту ты не берешь. Понятно. Ладно, пойдем. А, подожди. Вот он, мой ножик. А чё не берешь? Странно. Я тогда в госпитале был. Я там жив и остался. А что было? Ты что, про заставу на мосту не знаешь? Да знаю, конечно. Сам там служил, хоть и недолго. Так там в том году такое было. Мужики рассказывали, как наших и фашистов всех подчист... Так, отлично. Неплохо. Зашли, оглушили. Главное, что не убили. Кто это экает? Немного не могу понять, кто экает. Так, стоп. Сейф. Блин, значит, это должен быть ключик. Значит, по-любому должен быть ключик. Вот он, я вижу ключик. Так, чувак, может, ты опустишься, нет? Тихо, играть не будем. Пока полежи. Потом потренируешься. Ну, пока неплохо идем. Это, к сожалению, затушить нельзя. Здесь, понятно, будет выход, да?
Ой, ё-моё, нету, нажал кнопочку. Так, здесь ничего, здесь выход. Пока на выход не идем, потому что у нас тут еще там есть сейф. И, может быть, что-то есть еще. Если никого не будет, то я еще на рояле сыграю. Так, я вот вижу записку, уже хорошо. Вторая. Генеральный секретарь Красной линии Москвин, видимо, мало что решает. Создается впечатление, что он и сам заложник Корбута. Одной рукой этот серый кардинал держит за жабры номинального руководителя Красной линии, а другой двигает шахматные фигуры сразу по всей игровой доске, в которую он превратил все метро. Но почему могущественный генсек, который может запросто отправить генерала в отставку, а то и расстрелять, терпит его дерзости и уступает его требованиям? В чем сила Корбута? Может, в знании? Ничего, надо просто нагнать Павла, и он все мне расскажет. Посмотрим, как он будет петь свои песни про равенство и братство, про справедливое государство для всех. Предатель. Так, а что, получается, записки где-то будут, где-то здесь лежать две? Так, ну тут я, конечно, ничего не потушу. Там ничего нет. Но еще есть спуск вниз. Это как-то необычно. Так, справился я со всеми? Со всеми. Пойдем вниз сходим, посмотрим, что там. А, ничего, что ли? Тупик. Ну окей. Пойдем играть на рояле. Вернее, на пианино. Это не рояль. И все? Понятно. Артемка играть не умеет. Кораблик какой-то затонувший. Ты видал? Ловушка была. Вот блин. Странно, не взорвалась. Не взорвалась, ну и ладно, чё. Мне же лучше. Валим тогда. Чё это было? Блин, это, оказывается, еще не все. Ах ты! Кто здесь? Чувак, никого. На крыс вроде не похоже. На крыс не похоже? Уверен? Мне так почудится. Полежи, чувак, успокойся. А, так это получается, я теперь с другой стороны. Я оттуда шел. Вот это, конечно, я обошел кругаля. Блин, ну тут же палево. Эй, осторожно там внизу! Головы берегите! Что это вы прете? Опять радиоактивное? Сколько можно? И так полный склад такого добра! Скоро облучимся, тут все как сталкеры какие! Ты не выступай там! Надо, значит надо! Скажи спасибо, что собирать все это на поверхности не заставляют! Ладно, еще будут сегодня грузы? Не, это последний. Хорошо, тогда я малость перекурю. Ты там не увлекайся. Знаешь, что за опоздание к поверке бывает? Так. Нормалек.
Хорошо. Пока прям стелс у нас с вами, друзья, прет. Прям прет и прет. А мне в какую сторону вообще идти? Мне, может, надо как-то наверх забраться. Так, ну наверх я не лезу. Может быть, сюда надо наверх? А? Чё? Да нет, ничего. Куда мне идти-то? Чё-то как-то я заплутал. Мне вообще и сюда получается. А, то есть мне надо врубить свет, что ли? Блин, серьезно? А, нет, мне можно вот сюда, вот за эту дверь. Точно. Так, всем внимание. Приступаем к плановой проверке огня. Петруха, готов? Ща, минуту. Блин, еще тут целая засада. Да вы издеваетесь. Так, я вижу, он ключик. Блин, а я ключик-то взял, а сейф-то не открыл, да, получается? Вот это я красавец. Нормально. Показатели расхода. Норма. Выход метанола на сепараторе. Отлично. Обороты компрессора. В норме. Состояние катализатора. Порядок. Температура в теплотехнике. Нормально. Ну и хорошо. Записал. Пошли ко второму. Ща, минуту. Ко второму. А какая минута? Мне как бы получается надо туда добраться и вырубить свет, да? А чё вы стоите-то? Ко второму так ко второму. Чё встали-то? Вырубить свет это будет палево. Да нет, нормально. Беспалевно такой парень. Можно, в принципе, получается, лезть наверх. А я, наверное, так и сделаю. Я полезу наверх. Скорее всего, где-то там есть сейф, и я его потом открою. Беспалевно так обошли. Ага. Все, готов. Ну давай здесь пройдемся. Температура в теплообменнике. В норме. Обороты компрессора. Что за хрень? Что? Тихо. Такое. Нормально. Давление синтез газа. Нормально. Состояние катализатора. Норма. Показатели расхода. Отлично. Выход метанола на сепараторе. Порядок. Ну и хорошо. Записал. Нифига они тут все нычки понаставляли, да? Ну-ка давай по той стороне пройдемся. Может быть там тоже нычка есть. Вообще не так все и плохо. Стоишь себе. Тихо. Не, там получается у нас тупик. Так, запись какая-то у нас в планшете. Найди выключающий вентилятор рубильник и пробраться между лопастями. Между какими лопастями? Не, ну рубильник-то понятно, где будет вырубаться, это однозначно. Ладно, пойдем в той стороне, вылезем, посмотрим. Норма! Обороты компрессора! Порядок!
Выход метанола на сепараторе. Нормально! Температура в теплообменнике. В норме. Состояние катализатора. Отлично! Давление синтез газа. Нормально! Синтез газ. Как к тебе подняться, друг мой? Потопали на четвертый. Ща, минуту. Эх, скорее бы смена. Надоело страх. Так. Ага. Можно, получается, здесь спуститься. Так, а что там у нас? Ага. Так, понято. Давай, наверное, вниз. Может быть, там более-менее нормальный будет спуск. Все равно потом, получается, смогу пройти, да? Или здесь только чисто занычкой? Спуск. Хотя нет. Можно залезть. Ну когда он собирается идти-то? Чувак, у тебя там уже все в норме. Давай, вали отсюда. Так, заметка. Справедливость, равенство, мир. Москвин знает, на какие слабые точки давить. Как это ни страшно, они ведь правы. Если мы не сумеем договориться, не прекратим грызться, мы перебьем друг друга гораздо быстрее, чем это сделают любые монстры. Коммунисты, как и фашисты, используют найденные орденом бункер-хранилища как наживку. Простые люди верят им и попадаются на крючок. Лекарства и продукты для каждого. Вот только изобилие это предполагается оплатить кровью своей и чужой. Чтобы у человечества было счастливое будущее, еще одно поколение должно отказаться от настоящего. Так. Видишь его? Ныкается где-то. Но они, скорее всего, будут по низу бегать, меня искать. Мне вообще по барабану на них. Нету. Да вы вряд ли меня найдете. Нету. Где же он? Прячется. Сейчас, сейчас. Эх. Не нашли. Да вы издеваетесь. Я думал, я уже вышел наружу куда-нибудь. А нет, это еще не все. Это еще не конец. Так. По описи принял? Их тут двое. Принял. Куда погрузил? Да где место было, туда и погрузил. Наверх в основном. А точнее, что точнее? Где лестница стоит, там и груз. И вообще не напрягай. Мне до конца смены меньше часа осталось. Замена придет, их и напряжешь. Ладно, черт с тобой. Пойду посмотрю, не потырили там чего. Так, я взял заметку, и сейчас ее почитаю. А, уже не почитаю, что ли? Серьезно? Блин, я хотел почитать заметку. Ну ладно. Мне, получается, надо как-то проходить так, чтобы меня не палили. Ножик я заберу. Так, ну он, получается, лежит в тени. Его не видно.
Так, если я пойду, то я буду палиться по полной. Блин. Давай аккуратненько, Артемка. Пойдет. Пойдет. Вот это у нас с вами стелс. То есть я могу, в принципе, выше еще залезть, да? Либо прямо пойти, у меня, в принципе, есть ключик. Так. Ну, туда мне не надо. Мне, получается, надо идти на выход. Нормально, пойдет. Только я пролезть не могу, что-то застрял. Вообще пофигу, да, получается? Блин, надо туда, получается, еще метнуть бы ножичек. Неплохо. Не, пусть ищет, ничего страшного. Он еще успокоится. Один фиг. А ты меня за руку поймай, а потом языком чеши. Все, оставить разговоры. Проиграли, отдувайтесь. А я посмотрю. Ничего, и от тебя удача отвернется. И очень скоро. Иди, иди, пророк Хвин. Офигеть. Неожиданный поворот, ладно. Блин, я вообще сюда уже выйду с этой красной линии, нет? Тут еще да нет, должны уже с вахты идти. А ты сам в той вахте был? Был. Жуть. Вроде и станция рядом, и пулемет, и прожектор, и товарищи не подведут. А как зашуршит тварь какая в паутине, так сразу в пот холодный. А чего ту паутину не пожечь нахрен? Жжем постоянно. Но эти твари опять все заплетают. Как успевают, когда, непонятно. Но пара недель проходит, и опять все в мерзости этой. Да, гадость та еще. Может, просто гермоворота заварить, да не мучиться. А если на Венецию срочно выдвигаться нужно будет? Как поедешь? На поезде через Ганзу? Нет, не получится. Так что держим оборону, мать ее. Блин, ну вот получается, мне надо его убить. Я не могу его оглушить. Ну а ты собираешься уходить? Нет, что стоишь-то? Мне вообще в какую степь? Угу. Так, ладно. Не буду тогда вас трогать. Так, а откуда свет? Так, тихо. Эта музыка помогает понять, палят меня или не палят. А я тебе говорю, не паук это был. А кто? А я знаю. Мне показалось человек. И мало того, что человек, так еще и с мешком. Я туда фонарем, а никого. Да показалось. Когда 6 часов отстоишь, и не такое померечится. Может, и показалось. Да кто-то же тырит запчасти и продукты. Да свои это тырят. Потом Ганзе по-тихому продают, сволочь.
Ладно, замяли. Так. Лучше молчи. Тихо. А то если до начальства дойдет, на тебя же всех собак и повесят. Ну, вроде здесь пока тишина, да? Света нет. Чувак, ты тут один? Пойдёте? Хорошо. Так, а факелы можно тушить? Нет. Блин, мне сквозь этих пауков опять идти, да? Вот это жесть. Блин, надо еще из пауков идти. Ой-ой-ой, как плохо. Не люблю я паучков. Не люблю. Но одеваться некуда, надо как-то выбираться отсюда. Но благо есть фонарик, они боятся света. И это хорошо. А ну лежать! Не дрыгайся, мозги вышибу. Погоди-ка, Артём, ты что ли? Ну что ж, дорогие друзья, на сегодня все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте в группу ВКонтакте, все ссылочки под видео. С вами был Зарбабай, спасибо за просмотр. Увидимся в следующих прохождениях. Всем пока.